сегодня у нас понедельник вечер, я решила вам показать. Вот это мои любимые, я покупаю для стир-фрай овощей. Вот такие макарошки, еду их очень любят. Они упакованы в такие personal, такие пакетики. Personal вы можете раскрыть, и как бы это на одного человека рассчитано. В принципе, оно действительно на одного человека и хватает. Ну, так, чтобы хорошо наесться, можно и побольше, но с учетом того, что сюда идут еще овощи, один пакет на человека, я варю сразу все, потому что у меня и Габи, и Костя, и еду, остатки пойдут завтра либо в школу, либо на работу Кости. Называется Udon Noodle. Udon Noodles, видите, вот так на картинке они выглядят примерно, это то, что у нас и получится. Значит, как они варятся? Вот они раскрываются, мы их сейчас раскроем, я вот поставила воду, я их отдельно сейчас подварю, приварю, и как только они... будут буквально, вот вода закипает, вы их бросаете 3 минуты буквально, по таймеру выставляете, и они готовы. Вытаскиваете, сливаете воду, и в сковороде я капельку масла наливаю, и хорошо-хорошо-хорошо ее разогреваю. И вот это та заготовка, которую мы с вами видели в моем видео. То, что я нарезала, и мы с вами замораживали. Вот здесь он, лучок. Поэтому ну, мы его сейчас, как бы он разберется во время того, пока он будет... На этом вот такие кусочки. Все, вот оно я отложила немножко, потому что я вытащила. Все, сейчас я буду это сразу на сковороду и в тарелку. Вот просто вам хотела показать, как, ой, боже, вы слышали, как это пахнет. Здесь лук сейчас вот с перцем, такой аромат замороженный. Обратите внимание, замороженный я выложила, и обалденный аромат стоит. Вот, поэтому это сейчас пойдет на раскаленную сковороду. Макароны я приварю, все, ужин готов, 2 минуты работы. Как раз когда мы готовимся к экзамену, ну, как вы сами понимаете, это для меня вообще самое удобное блюдо. Я вам покажу, когда я все сварю и когда я все сделаю.